Что-то я везде проверяю температуру. Показываю, что ты проверяете температуру и обрабатываете, даете обрабатывать руки. Только так. Вот видишь, вспотевшая. Обычный день. Я приехала к маме на работу. Моя мама инфекционист. И я спрошу ее из самых горяченьких рук, да, что она думает по всей ситуации сегодняшней. Итак, я вас знакомлю с моей самой любимой женщиной. Это моя мамочка, зовут ее Тамара Ивановна. И она, как я сказала, врач-инфекционист. Я пришла в маске, а мама говорит, что ты маску одела, все равно она не защищает. Почему она не защищает? Она говорит, что только больной должен носить маску, чтобы, ну, условно не заразить, да? Условно не заразить окружающих. Здорового, окружающих. А мы должны маски менять каждые 2 часа. А вот скажи, мам, еще... Вот сейчас все шьют маски, да? Вот сейчас модно сшили. Вот как и шьют, но, по крайней мере, какой-то должен быть, какая-то антисептическая прослойка должна быть в этих масках, чтобы она защищала от вируса. Потому что вот эта маска, она состоит ткани. Из трехслойная какая-то, да? Да, и плюс еще там есть слой внутренний, который защищает. Мам, скажи, пожалуйста, вот сейчас кругом паника. Вот стоит ли, как ты считаешь, запираться дома? И очень многие вчера гуляли в парке. Вчера была прекрасная погода. В Москве очень многие мне подруги написали, что все гуляют в парке. Это нормально? Или нужно сидеть нет, дома? Нет, это не нормально. Карантин есть карантин. Чем не дольше мы будем карантинные мероприятия проводить, тем инфекция распространяться будет медленнее. Или то есть вообще, нужно то есть, да, сидеть вот сюда? Инкубационный период коронавирусный, 14 дней. То есть, если был контакт, то 14 дней нужно просидеть на карантине, чтобы не быть опасным для всех остальных. А то если ты есть... не знаешь, был контакт или не был контакт, то, соответственно, нужно, конечно... Поменьше выходить в общественные места. И находиться друг от друга на расстоянии хотя бы метр. Никаких контактов. Вот, поэтому никаких... То есть, если мама хочет со своим ребенком спуститься и погулять на детской площадке, это можно делать в Москве? Нет. Вот. А то, что мы к тебе приехали и гуляем сейчас по деревне и раз в час встречаем человека, нам можно? Можно, у нас... То есть, если люди уехали на дачу, то можно, да, гулять? То есть, частные дома, это менее подвержено... инфекции, потому что контакта нет такового близкого с больными и с окружающими, тем более, которых ты не знаешь. То есть нужно поддерживать обязательно карантин и не выходить никуда, никуда из дома. Никуда не выходить. А вот еще как... такая ситуация. Это моя лучшая подруга живет в однокомнатной квартире с маленьким ребенком. Всего лишь там годика нет еще Софии. Так вот, что ты скажешь? Можно ли ей взять коляску, положить малышку, с 13 этажа спуститься в лифте и пойти погулять? В закрытой коляске? Нет. Карантинные мероприятия ограничительные, они для всех необходимы. В том числе, тем более для то есть сидеть детей. И сходить сидеть с ума дома. В однокомнатной квартире? Сидеть дома. Отличный вариант. Мам, теперь такой вопрос. Нужно ли проводить чаще уборку в доме? Нужно ли чаще стирать свои вещи, учитывая то, что, если ты вдруг сходишь в магазин, и Б, если ты вообще никуда не выходишь. Вот в случае, если ты выходишь в магазин, нужно ли прийти и отмыть весь дом, если ты пришел? Нет, отмывать весь дом, конечно, не нужно, но нужно это в любом случае делать как можно чаще. Проводить дезинфекцию как можно чаще. А какими средствами? Обязательно спиртосодержащими? Хлорсодержащими. Хлорсодержащими. И какие? Сейчас достаточно много антисептиков, любыми антисептическими средствами. И мылажики продают, и даже хозяйственным мылом это рекомендуют. То есть, как можно чаще мыть, проводить влажную уборку, проветривание. И если пришел ты с улицы, то переодеться, помыть руки, помыть лицо, все, переодеться в домашнюю одежду. И как можно чаще стирать ту одежду, в которой ты... Да, то есть, ты если пришел, ты снял одежду, ты, значит, положил ее в стирку, да? Ну, если легкая одежда, то, конечно, да. А вот такой вопрос. А если ты сидишь просто дома, никуда не выходишь, ну, все равно продукты же тебе кто-то там, муж привезет или кто, значит, его стираем вещи. Но сам ты просто чаще проводишь вот эту вот влажную конечно, уборку. Конечно, в любом случае проветривание и влажная уборка в любом случае чаще проводится. Мам, а вот еще такой вопрос. Скажи, пожалуйста, вот как ты как доктор считаешь, нас просто пугают, или это уже не до шуток, и действительно все очень серьезно, или нет? Нет, нас не пугает. Это действительно все серьезно. Инфекция, видите, слышите каждый день по телевизору. С какой скоростью она распространяется?
Поэтому ведите себя так, как действительно нас призывают средства массовой информации. Сидите дома и выходить на улицу только по мере необходимости. Либо это поход в магазин, либо что-то случилось экстренное. Но придя из магазина, разденьтесь, обработайте себя, чтобы контактировать со всеми своими домочадцами. А еще есть очень хорошая услуга, это онлайн-покупки. То есть привозят... Последний вопрос. Мам, как ты считаешь, когда все это закончится? Я имею в виду сейчас не экономическую ситуацию, я говорю о болезни, о коронавирусе. Эпидемиологической ситуации. Точно, когда все это закончится, никто не скажет. И погромче. Все будет зависеть от того, как мы себя будем вести, как мы не будем распространять эту инфекцию. Но я надеюсь, что все равно мы ее победим. Во-первых, разрабатывается вакцина, и это самое основное, что нам может помочь в победе. И уже, в общем-то, наработки такие есть. Я надеюсь, что долго нам не придется ждать новой вакцины. А вот еще такой вопросик. А вот скажи, мам, а правда ли говорят, что когда наступит тепло, этот вирус уйдет? Ну да, считается, что вирус погибает при температуре 38-39 градусов. Как вы думаете, будет у нас такая температура? Если будет она везде по на земном шаре, то погибнет. Ну, понятно. Но маловероятно, он будет в морских животных. И правда, честно говорю, последний вопрос. Если все в течение вот этого карантинного периода, в течение 14 дней, никто никуда, даже экстренно выходить не будет, ну, не считая больницы. Тогда смогли бы мы победить болезнь, если все на 14 дней засядут? Ну, такую ситуацию я просто не представляю. Маловероятно, такая ситуация будет. А вот если просто представить ее? Нет, все равно вирус где-то останется. Есть носители, которые уже все равно вирус останется. Но это нормальная эпидемиологическая обстановка. То есть вирусы, они все равно блуждают. И эпидсезон, тот же грипп, он проходит, в эпидсезон появляется. То есть, по идее, мы, в принципе, ждем вакцину. Ждем вакцину. Мы ждем вакцину. Вот так. Я жду вакцину. И я жду вакцину. И мы у бабушки ждем вакцину. Итак, мам, давай с тобой резюмируем. Как быть в нашей сложной ситуации молодой маме? Вот у нее дети на руках, она сидит дома, ей нужны продукты. Что ей делать в этом случае? Как ей выходить и как ей вести себя дальше после того, как она вернется домой? Ну, в такой ситуации прежде всего не паниковать, вести себя спокойно, на детях не срываться, спокойно ходить в магазин, но прежде чем уйти куда-то, выйти на улицу, одеть маску, перчатки. По магазину, когда ходите, стараться не приближаться к людям, быть от них на расстоянии. И придя из магазина, снять себе всю верхнюю одежду, переодеться, вымыть тщательно руки с антисептиками, лицо, и тогда уже подходить к детям. После того, как я спросила вас, хотите ли вы услышать мнение моей мамы, эксперта, скажем так, потому что она врач со стажем, врач-инфекционист, ее мнение о коронавирусе, мне посыпались вопросы в директ. Их очень много, и особенно вот некоторые вопросы я решила дозаписать это видео дома. И вопрос следующий. Мам, привет. И вопрос такой, что делать, если ты дома на карантине со своей семьей, у тебя муж, дети, и вдруг кто-то из вас затемпературил, что делать в этой ситуации? Ну, прежде всего, не паниковать. Если очень высокая температура, выше, допустим, 39,9 под 40, вызвать, конечно же, скорую. И оказать первые необходимые помощи. Все-таки лучше парацетамол, препараты из группы парацетамола, то есть в жидких формах, в таблетированных формах. И если не, бывает такое, что и не помогает, то препараты нурофен, ибупрофен, вот эти препараты. Из симптоматики дают десенсибилизирующие препараты, такие как лоротадин, зодек, зиртек, супрастин. Из этиотропных, то есть тех препаратов, которые конкретно делают
действует на вирус. На сегодняшний день детям все-таки предлагают грипферон. И мы пользуемся в основном грипфероном. Ну, интерфероном еще. Интерфероном как-то реже. Все-таки мы больше грипферон. Грипферон за грипферон. Грипферон можно и детям, и взрослым давать. Но для взрослых есть другие препараты, которые нельзя применять детям. Препарат дается в возрастной дозировке к детям до года по одной капле или одному впрыску 3-4 раза в день. Ну, в общем-то, в принципе, схема везде есть в инструкции. Их можно посмотреть от года до трех по 2 капли, 2 впрыска каждые 3-4 раза в день. И далее по возрастной. Взрослым уже по 3 капли и 3-4 раза в день. Грипферон можно давать и для профилактики по одной капле 2 раза в день маленьким, ну и по 2 можно 2 раза в день взрослым. То есть я правильно понимаю, что если температура небольшая... Да, правильно. Если температура, замечание такое, до 38 можно не снижать. И не нужно ее снижать. А скорую вызывать? Все же боятся, что это коронавирус, все. Скорую вызывать, я уже сказала, тогда, когда признаки одышки, затрудненное дыхание, когда температура зашкаливает за 39 и выше, и... Ну, сильные головные боли, может быть, сильная ломота, ну, когда уже... И теперь, если вот вдруг такое случится, что все больницы переполнены, скорые переполнены, как это случилось в Италии, и к тебе даже скорая не может приехать там день, ну, вдруг такое случится, вот что, какие препараты нужно иметь, и как нужно лечить себя, ну, либо своего близкого человека, если температура выше 39. Ну, я уже говорила, жаропонижающее. В принципе, вы сразу видите, что это какая-то вирусная инфекция. Но отличите коронавирусная или другая вирусная, вы не можете. В любом случае, вы даете противовирусные препараты. И еще раз, поэтапно, по схеме, если ты находишься дома, у тебя высокая температура, выше 38,8, что ты должен делать? Первое, это вызвать скорую. Второе, и начинать лечение с этиотроп по схеме детям и взрослым по инструкции. А второе, это жаропонижающие препараты и обязательно десенсибилизирующие. А там уже в зависимости от симптоматики. А что касается вот это, как у нас при ОРВИ, при гриппе, обильное питье? Вот это. Ну, это симптоматическое, это само собой подразумевается. И если, допустим, боли першения в горле, то, пожалуйста, какие-то препараты, все различные спреи, таблеты, таблетированные препараты для рассасывания, капли в нос при насморке, отхаркивающие при кашле, если при влажном кашле присутствует. А если влажный кашель, это значит, у тебя нет коронавируса? Не обязательно, но все-таки для него больше характерно сухой кашель и не насморк, а заложенность носа, а такого течения ринореи из носа, течение для коронавирусной не характерно. Мам, а вот еще папа мне говорит, не переживайте, все будет хорошо, а особенно у беременных. То есть беременные, он говорит, вообще не заболевают. Ну, папа у нас акушер-гинеколог, он считает, что раз беременные не заболевают, но из практики, в общем-то, так оно и есть. По статистике беременные болеют реже и переносит заболевание легко. И дети до 9 лет заболевания в основном легкой форме, а там уже по мере возрастания заболевание протекает тяжелее. То есть все-таки больше подвержено боли после 60 лет. Поэтому берегите своих родителей, своих бабушек, дедушек. Всем спасибо за внимание.